Saludos. Io voglio una bottiglia d'acqua. Ma guarda, è bella soffata questa. Ciao. Ciao. Allora, lo vedo in delle cartine? Dieci maio. Chiotti. Questa è Lago di Garda. Горы одуреть можно. Оксана, ищем место, где нам встать. Здесь бросаешь евро и стоишь один час, да, бросаешь много евро, долго стоишь. А тут немцы лежат, да, Оксана? Да, чайка местная. Озеро большое, очень глубокое. Это ресторанчик. Заехали в деревню. Тут можно открываться от угощения. Батареи. Thank you.
капканы выбирают шмотки. Это Венеция. Это гондолы. Это мы здесь сейчас покушали, играет музыка, Тана пошла в магазин, где-то тут. Танка, чао. Пойдем. Это улицы, гондолы. Чао, Танка. Такая гондола красивая. Гондола. Масок. Да. Черт, пробери. Где бриллианты, где золото? Ксана, черт, пробери. Чао. Чао, Ксана. Это все модные шмотки. Шубы. Это Оксанка все примеряет. Оксанка не подходит. Это Буратино. Чао, Ксана. Ксане шубу не можем найти, размер не тот. Батарея уже показывает, что надо подзаряжаться. Все, закругляемся. Это мода мужская, супер.
что мы стоим на стоянке в Палех горах. Sicher ist, Freitag sollte sich auch in Notihol die Sonne wieder länger zeigen. Also, positiv geht's in die Zukunft. Jetzt schauen wir auf die Uhr, es ist gleich 7 Uhr und 36 Minuten. Besser unterwegs sind Sie mit dem Radio-Tirol Verkehrsservice, heute mit Bianca Plattner, so haben wir's. Für Sinkelautobahn Richtung Adel wegen Reparaturarbeiten ist ein Fahrstreifen gesperrt, planen Sie Verzögerungen ein.